такое театр? Это такое место, где показывают мультфильмы. Это такое место, где смотрят фильмы, где показывают фильмы. Театр – это место, где выступают актеры и актрисы. Они показывают разные представления. Это такой мультфильм такой, который можно смотреть, сидеть на креслах, можно еще парком есть там, сок пить. И можно еще смотреть. Театр – это такое большое-большое здание, там, где показывают разные сказки. И еще, где показывают мультики всякие. Театр нам показывают кукол, еще и наушки, и лошадки. И там еще работает человек, он специально там крутит. Так что кукла играли. Театр – это сцена, где герои играют по-настоящему, а не на экране. Кто играет в театре и каких персонажей ты знаешь? Актеры и актрисы. Персонажи, медведи, могут люди переодеться, могут в клоунов каких-то переодеться. Я знаю таких персонажей, которых я видела в театре. В Большом театре я видела котенок Гав, кошка енот. А в кукольном театре кузнечиков Снежная королева, кошечка Хаврошечка, три поросенка, теремок. Там кошки, собачки, это человек. И там еще какие-то. Единорог может играть. Буратино, щелкунчик, Белоснежка, Снежная королева. Я знаю персонажи принцессы, Белоснежки. И еще я знаю персонаж мой любимый сильно Белоснежек. В театрах актеры и актрисы. Царь. Мистер Рыбок, это я и волк из «Погоди», и зайка из «Погоди». Расскажи о своем любимом спектакле. Я была последний раз в театре осенью на постановке «Котенок Гав». «Котенок Гав», «Собачка Шарик», «Черная кошка», «Оранжевый пес большой». Снежная королева, по-моему. Там такая снежная королева и такой мальчик. И там девочка с моржиком спасали этого мальчика. Я была на постановке «Бамбуковый остров». Ой, это что такое за постановка? Ты расскажи. Там была банда и простой мишка, и там они подружились. Про единорога. У него потому что там радужный рог, и радужная грива. Буратино. Все как в мультике, только герои играют по-настоящему. Белоснежки. Об этом спектакле там есть много всяких интересных фильмов. А гном есть? Да. А сколько их там? 1, 2, 3, 4. Может, еще и 5 или 10. Я была на Снежной королеве. Там был мальчик, и там играли. И Ева куда-то с ним пошла в какое-то место, но я не помню, в какое.